Так, уважаемая администрация городского округа Мытищи, обращаюсь к вам как депутат Совета депутатов городского округа Мытищи. Хочу сообщить вам, что фракция КПРФ, депутаты фракции КПРФ берут контроль над этой стройкой на себя. Мы будем от начала до конца следить за всем, что здесь происходит, и очень хотели бы к вам обратиться со следующей просьбой. Никаких действий насильственных против местных жителей мы вас просим не применять. Значит, сделать так по возможности, чтобы никакие застройщики здесь не появлялись. Мы понимаем, что эта застройка совершенно противозаконная, даже если просто посмотреть, потому как подло снесли вот эту часть забора, потому что здесь нет никакой проектной документации на этом заборе, нет никаких объявлений о начале стройки. Мы понимаем уже только по этим косвенным признакам, что данная застройка совершенно незаконна. Если будет такая необходимость доказать через суд, мы докажем это через суд. Если придется нам дойти до губернатора Воробьева и до президента Путина, чтобы остановить эту застройку, мы дойдем и до них тоже. В связи с этим просим вас настоятельно сейчас какие-либо действия в данный момент здесь прекратить. Вообще этого сквера не трогать до того момента, как не разрешится юридическая ситуация. То есть до того момента, когда не будет четко понятно, что эта застройка справедливая, что она действительно внесена в генеральный план. Вот, до этого момента, пока не начали мы судебные заседания. Будет обязательно судебное заседание, если стройка продолжится, это мы вам гарантируем. Значит, вот до этого момента, пока в законное русло не вступила эта стройка, мы вам настоятельно вам рекомендуем прекратить какие-либо действия и застройщиков сюда не допускать. Мы, значит, депутаты-коммунисты берем на свой контроль, будем здесь присутствовать. Если такая необходимость вместе с местными жителями отстаивать эту территорию, мы готовы тоже отстаивать. Поэтому у нас просьба маленькая. Значит, руки, как говорится, убрать от зеленых насаждений, от этого сквера, и действовать в рамках закона от начала и до конца. Спасибо.